Накануне Дня Победы зал Калининской посетили ветераны, блокадники, труженики тыла и дети войны. Гостей встречал генеральный директор одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона Александр Ватко. Канун такого праздника, конечно, мы считаем за честь встречать ветеранов. Мы должны соответствовать вам, нашим дедам, прадедам, которые защитили нашу страну. Руководитель ЗАО «Калининская» с гордостью провел для дорогих гостей экскурсию по ферме и молочному производству в поселке Загородный. Здесь содержится 2500 голов крупного рогатого скота, в том числе 1100 дойных коров. В сутки они дают более 35 тонн молока. Все здесь не показуха, все так, как есть, все соблюдение технологий. Почетные гости увидели весь цикл производства молочной продукции. Условия содержания коров, процесс доения полностью автоматизированный, максимально стерильный. Переработку и расфасовку готовой продукции – молока, кефира, сметаны, творога, йогурта, биокефира – хорошо знакомую для тверских покупателей упаковку. Экскурсия необычная для нас, городских жителей. Но очень интересная, яркая. Более полувека назад свою трудовую карьеру на подобной ферме начинал ветеран вооруженных сил подполковник Владимир Митрофанов. Произошедшие перемены и работа коллектива ЗАО «Калининская» произвели на него сильное впечатление. Они совершили подвиг, сделав свое хозяйство образцовым. Высшее слово техники, автоматика – это будущее нашей России, это будущее нашего, как говорится, сельского жителя. Получить такую похвалу дорогого стоит. Завершилась экскурсия праздничным застольем и концертом с песнями военных лет. Такие благотворительные праздники накануне Дня Победы ЗАО «Калининская» устраивает уже 25 лет. Здесь чтут ветеранов традиции, гордятся своей страной. Может быть, поэтому и молоко получается таким вкусным, родным.